Ребят, всем привет, с вами, как всегда, Джамбо Макс. С недавних пор я подумал, что игровая индустрия все-таки находится в стагнации, новых игр не выходит, каких-то новых обновлений тоже, нету новостей, и в общем, как-то стало немножко скучно. Обзоры на актуальные консоли уже сделаны, никаких аксессуаров новых также не выходит, и я подумал, а почему бы не разнообразить контент и не внести что-то новое. В общем, исходя из названия видеоролика, вы, наверное, уже поняли, что я решил немножко разнообразить контент, и в этот раз мы с вами посмотрим рекламу Xbox. Хочу отметить, что это не совсем простая реклама, не очень очевидная, не совсем красивая и можно даже назвать ее немножко трэшовой. Или нестандартную, короче, просто имиджевую рекламу Xbox Original, Xbox 360 и так далее. В общем, для тех, кто не видел такие рекламы, этот ролик будет интересный. Если вдруг вам такой формат зайдет, то не постесняйтесь нажать лайк, подписаться на канал, и если лайков, подписок и комментариев будет от вас действительно много, то, возможно, я сниму что-то подобное на свой лад. Если вдруг вы хотите это видеть, то поддержите этот видос и, прежде чем мы начнем, ловите промокодик на Кинопоиск HD Multi. Промокодик даст вам 60 дней бесплатного пользования данной подписки, ну а также всякие плюшки от Яндекса. Если вы вдруг еще сомневаетесь, брать эту подписку бесплатно или не брать, то напомню, что 18 марта в эту подписку войдет режиссерская версия Зака Снайдера «Лига справедливости». Я не знаю, как вы, но лично я жду этот фильм. Поэтому, если вы хотите посмотреть данное кино, а также просто попользоваться данной подпиской, то ссылочку на активацию я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии под видео, поэтому забирай халяву и давайте начнем. Итак, первую рекламу, которую мы посмотрим, называется Xbox Жизнь коротка. Возможно, многие эту рекламу видели и кто-то говорит, что она якобы запрещена, но я на такую информацию не натыкался. Если вдруг знаете об этом, то напишите в комментариях и давайте посмотрим. Вы понимаете, да, с первых секунд вообще непонятно, что это реклама Xbox. Но поверьте, это реклама Xbox. Если бы я первый раз смотрел эту рекламу, я вам отвечаю, я бы никогда бы не догадался, что это реклама Xbox. Вот реально. Вот я так рождался. Жизнь кратка. Больше играй. Xbox. Все! Все! Все, это реальная реклама Xbox. Она, ну, получается, имиджевая реклама, но... По сути, это реклама Xbox. Да, она подчеркивает, может быть, какой-то мини-стиль Xbox, да, но согласитесь, реклама немножко трешовая, так скажем, если бы ее крутанули по ТВ, вообще бы никто не понял, что это реклама Xbox, кроме вот последнего логотипа. Если что, если вдруг кто-то не знал, то это логотип самого первого Xbox, именно Xbox Original. Креативная реклама, спору нет, но немножко непонятная. Следующая реклама не менее интересная и не менее необычная. Опять же, данная реклама выступает почему-то под заголовком «Запрещенная реклама», но, опять же, каких-то подтверждений этому не нашел. Да, возможно, это может быть какой-то вообще рофл-видос, но почему-то написано, что вот это именно реклама Xbox 360-го, и давайте посмотрим. Да, сори то, что она в плохом качестве, но в лучшем качестве ее найти, к сожалению, нельзя. Вот такие времена были. И вот честно, смотря первый раз эту рекламу, я бы не понял, что здесь происходит. Вот вообще бы не понял. Но играют актеры здорово. Тут базару нет. Да, если вы вдруг мне не верите, это реклама Xbox, да.
честно, я здесь ни при чем. Все? Это еще одна была реклама Xbox. Если вдруг кто-то еще не вкуривает, что здесь происходит, что за трэш, если что, это имиджевая реклама, которая делается лишь для того, чтобы подчеркнуть, опять же, некий имидж всей компании, продукта, и выпускается такая реклама, наверное, чаще всего для осведомления о том, что есть такой продукт. Вот, грубо говоря, для показа логотипа или что-то там подобное. Типа, по их мнению, видимо, такая реклама должна заинтересовать зрителей, типа, что здесь происходит, что творится, а потом тебе показывают логотип Xbox, и ты такой: «О! Xbox!» После такой рекламы вряд ли кто-то побежит прям за Xbox, типа «я хочу Xbox», но это реклама чисто, наверное, для прикола, именно для имиджа плюс для осведомления, вот как-то так. Напоминаю, что если вы вдруг хотите от нас видеть с Виджилом что-то подобное, то поддержите этот видос. Следующая реклама немного отличается от тех, что я вам показывал ранее, она была записана не так давно, во времена Xbox One, но я добавил ее в данный ролик, потому что считаю, что она немножко... просто тоже немножко странная, вот какая-то вот нелогичная, что ли. Давайте посмотрим. Вот здесь с первых минут понятно, что это Xbox, потому что с первых минут показали логотип. Ну да ладно. Вот эти два кадра, они мне показались невероятно странными и бесперходными. Типа, чувак пошел умываться, смотрит, зачем-то, ну, что-то его беспокоит, он смотрит в зеркало. Ай! И типа у него, ну, фрагмент из игры, и он получает какой-то удар, потом этого удара нет. В чем идея? Окей, дальше. Вот, типа, удар из игры такой... Я лично не очень понимаю, почему. Окей, он зол. Он одевает шлем. Xbox was you. И просто начинает играть в Xbox. Вот, типа, какая взаимосвязь... Да, я понимаю, что взаимосвязь здесь, типа, Rise in Rima, да, здесь рекламируется новый Xbox One, но вот этот переход подачи игры и передания смысла видеоролика мне пока не ясен вообще. Вот, все, он начинает играть... If it was any more real, it would be real. Ну, типа это реалистично и все. Xbox. Посыл этой рекламы понятен, что типа это все мега реалистично, но вот эти вот переходы типа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И пойду поиграю в Xbox. Мне просто интересно, сколько они денег убили на эту рекламу. Ведь что, реклама это дорого. Это дорого, есть задумка, раскадровка. То есть это не так просто, как кажется. И... Чито это? Просто чито. Вот не знаю как вас, но эта реклама меня почему-то немножко бесит, потому что она очень-очень странная с точки зрения снятия данного видеоролика. Идем дальше. Next реклама, реклама Xbox 360-го, и вот она действительно имиджевая, и в то же время немножко пиарит игры, которые будут показаны. Я не знаю, видели вы эту рекламу или нет, но вот эта реклама, она мне показалась симпотной, прикольной и какой-то немножко ламповой. Давайте посмотрим. Но опять же, если бы мне эту рекламу показали, я бы сначала, наверное, не понял, что это реклама вообще об играх. Я бы, наверное, подумал, что это реклама либо какого-нибудь сервиса просмотра фильмов, либо просто мультиков фильмов, потому что, по сути, эти игры сделаны по фильмам. Оп! Вот эта реклама, кстати, довольно-таки прикольная. Если согласны, пацаны, с вас лайк. Крайнюю рекламу, которую мы посмотрим, она, насколько я знаю, польская и сделана с упором на то, чтобы прорекламировать в рекламе не только Xbox, но еще и MediaMarkt. Давайте посмотрим. Сразу прошу прощения за качество, потому что в качестве лучшего мы эту рекламу также не найти. Короче, давайте посмотрим. Деньги.
zapłaciłeś za dużo? Teraz w MediaMarkt. Rewelacyjna konsola nowej generacji Xbox 360 Premium oraz gra Project Gotham Racing 3 w zestawie za jedyne 1399 zł. Понимаете? Опять же, это может быть какая-то рофл реклама, но посыл здесь ясен. Типа, мужик сел, такой посмотрел, там Xbox, и все, и реклама Xbox, короче, как-то так. В общем, меня реально веселят данная реклама. Я очень надеюсь найти что-то подобное еще. Если вдруг у вас также имеется в архивах, или вы где-то видели что-то, нечто подобное об Xbox, скиньте мне в ЛС ВКонтакте, мы это обязательно посмотрим в этом следующем видеоролике. То есть, не знаю, как вам, но мне нравится находить такие видюхи, смотреть на них, поскольку, во-первых, они старые, ну а самое главное, они немножко трешовые и непонятные. Да, если разбирать конкретно этот видеоролик, как бы смысл более-менее понятен, но все равно он немножко веселящий, потому что он передан немножко необычно. Так, на этом я, наверное, закончу видеоролик, поскольку сейчас будут сверлить соседи, и у меня осталось не так много времени. Если этот видос зайдет, то в следующем видео мы посмотрим российскую рекламу пользования Xbox 360, ее разберем, посмотрим еще некие трешовые рекламы, и, возможно, в скором времени я засниму что-то подобное. В общем, ребят, если вам видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях по поводу данной рекламы. Большое спасибо вам за просмотр, и все, пацаны, я убежал, все, пока-пока-пока.